С утра 8 часов 7 минут. Как раз только встал. Вот это поворот! Всё. Какое прекрасное утро. Почти 9 часов утра. Вообще прекрасно. Просто был замок, нету замка. Пришел сосед, когда нас не было. Сломал замок. Круто. В каждой ложке меда есть всегда, в каждой бочке меда есть всегда ложка дегтя. Возвращаемся в нашу комнату, купили дартс, сейчас будем играть на очки, Димон там ищет листочек. Блин, правда, из-за освещения тут у тебя чуть-чуть ты черный. Вот. Ну что ж, сейчас приступим к игре, посмотрим, кто лучший. Так, подожди. Открыто? Андрей, стой, откуда? Да, вот ничего нет. Не дальше тряпки. Зачем ты камеру в руке держишь? Ты можешь поставить кто-нибудь сюда, вот сюда. От первого лица пока что. Как я так могу? Я реально промахиваюсь. В смысле они не втыкаются? Что за бред? Сейчас же втыкались. Стой, погоди. 8.2. 10. Расслабил, теперь мягенький массажик. Как будто руки реально. Как будто реально руки вот так вот. Больно? Да не, смотри, не так уж и больно. А, голова? Кае. Вот так вот люди отдыхают. Бля, сталки. Пошло в спину, да, вот сюда. Блин, так ноги сжимают. Это закон. Это закон, так ноги сжимать. А чё так мало? Я ещё хочу. Drop that shit.
cape. Вообще на уроке информатики, да, Костян? А, да. Да, да. Делай обзор на говно. Три человека всего на информатике. Как это много. Страдаем вот такой вот, как фигнёй, блин. Вообще, никого нету. Все ходим. Вообще мы... Все круто. No one will come, she's got to save him. Daily struggle. She tells